Ганжес. Апельсин. Опять чебурахнулся. Фу ты, чебурашка какой. Что же мне с тобой делать? Не знаю. Ты не пойдет. Неизвестный науки зверь. Не знаю, куда его посадить. Мне нравится этот зверь. Он, ты знаешь, похож, так сказать, на бракованную игрушку. Будешь работать у нас. Стоять в витрине и, так сказать, привлекать внимание прохожих. Понятно? Да, понятно. А где я буду жить? Жить? Да. Где будешь жить? Да хотя бы вот здесь. Это и будет твой, так сказать, дом. Понятно? Угу. В городе жил крокодил по имени Гена. А работал он в зоопарке крокодилом. Молодой корока. Нет, крокодил хочет завести себе друзей. Точка. Молодой крокодил. Thank you.
друзья? Мне. Галя. Гена. Крокодил. У вас есть молоко? Конечно, есть. Покормите Тобика. Тобик. Я пока приберу. У вас такой беспорядок. Там. Это я, Чебурашка. Чебурашка. Кто вы такой? А я не знаю. Вы случайно не медвежонок? Может быть, не знаю я. Сейчас посмотрим. Так, чай, чемодан, чебуреки, чебоксары. Странно. Никаких чебурашек нет. Значит, вы не будете со мной дружить? Почему? Будем. Я научу тебя вязать на спице. А я пускать мыльные пузыри. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Конечно, я. Это хорошо. Хорошо, что вы зеленый и плоский. Но почему? Очень просто. Вы лежите на газоне, и вас не видно. Мы бросаем кошелек на веревочке. Прохожий нагибается, а кошелек убегает. Здорово. Нет,
не здорово. И даже очень глупо. Что? Тогда я объявляю вам войну. Привет! Лев. Лев Чандр. Гена, крокодил. Мои друзья. Да, а у меня нет друзей. Я буду с вами дружить. Ну что ж, прекрасно. Теперь я буду не один. А вы знаете, сколько в нашем городе живет таких одиноких, как Чандр и Тобик? И никто их не жалеет, когда им бывает грустно. Я хочу помочь им! И я хочу! Но как? А я уже придумал! Их надо передружить! И они решили построить домик для тех, у кого нет друзей. Помалу! Кантуй! Давай, давай! Прошло 10 дней, и домик был готов. Сейчас Чебурашка скажет вам речь. Мы строили, строили, и наконец построили! Ура!
сейчас мы будем записывать всех, кому нужны друзья. Зачем записывать? Мы уже все подружились. Да-с, мы действительно подружились на стройке. Что же это получается? Строили мы, строили, и все напрасно? И совсем не напрасно. Это же мы их подружили. А здесь будет жить Чебурашка. Ведь он живет в телефонной будке, правильно? Правильно. Нет, нет, нет. Давайте отдадим этот дом детскому садику. А я там буду работать игрушкой, если меня возьмут. Я же неизвестно кто. Как это неизвестно кто? Очень даже известно. Мы за тебя попросим. И мы тоже попросим. Смотрите. Я больше не буду, шапокляк.